Жизнь – это театр, а мы все в ней актеры. Мы играем свои роли. Роли выбираем в зависимости от ситуации и от того, с кем общаемся. Ты можешь работать продавцом и сам решаешь, каким – доброжелательным или грубым. Ты можешь быть и покупателем. Продавцы с покупателями часто меняются местами в течение дня. Вроде покупатель – это не работа, но тоже заставляет примерять некую роль. Либо придирчивый покупатель, либо доверчивый. И за день мы меняем целую череду ролей. Но это в городе. В деревне такого нет. Ни перед кем чиниться. Ни перед кем играть роль. Здесь только моя жена и сын. Здесь только мой муж и сын. Здесь не нужно придумывать, как бы продать вот это ненужное барахло или с видом знатока и ценителя синематографа сидеть в темноте, потягивая колу и хрустя попкорном. Здесь ты тот, кто ты есть. Ты даешь козу, значит, ты доярка. Ты кормишь кроликов, значит, ты кормилец. И для всех них ты некое божество, с приходом которого наступает самое лучшее, что может быть на свете. Это обед. Так и человек. Самое приятное для него – это еда. Именно еда. Он может отказаться и жить без любых иных соблазнов. Только от еды он не сможет отказаться, поскольку она ему жизненно необходима. Но есть очень большая разница в том, что мы едим. Что нам готовят для употребления в пищу. И теперь многие люди смотрят на этикетку продукта и читают состав, и даже самые вкусные продукты уже не покупают, а хочется. Вот поэтому мы сами для себя делаем еду. Она состоит именно из того, что мы в нее добавляем. Мы знаем, насколько свежи продукты, входящие в ее состав. Мы знаем все про нее. Можем поделиться с вами. Поскольку делиться счастьем, радостью и вкусной едой – это наше новое кредо. А не роль. Такого в магазине не купишь. Такого в магазине не купишь. Такого в магазине не купишь. Такого в магазине не купишь.
такого в магазине не купишь. Такого в магазине не купишь.